Вот такой вопрос мне задал подписчик моего канала в Телеграм. Школа – это бюджетное учреждение, то есть оно финансируется государством. Да, есть частные школы, но это совершенно другая тема, и речь сейчас не про них. А раз государство платит, то оно и заказывает музыку. Если вам кажется, что главная задача школы – научить детей самостоятельно мыслить, то это, конечно, не так. Люди, которые мыслят самостоятельно, государству не нужны, потому что ими трудно управлять. Государству нужны люди, которые делают то, что им скажут, и не задают лишних вопросов.